Благотворительная акция «Мы помогаем» в самом разгаре. И сегодня мы решили коллективом канала 16 не просто саккумулировать все ваши позитивные эмоции и вашу доброту. Мы решили сами в ней принять участие, собрали денег с коллектива и отправляемся в магазин, чтобы сделать настоящий новогодний подарок для тех, кто нуждается. Пойдемте с нами. В эту акцию мы принимаем и консервы, и крупы, и, конечно же, сладкое. Ведь какой праздник без сладкого? Да, праздник обязательно должно быть сладким. Пойдем за конфетами. Выбирая сладости, мы исходим из того, что они должны храниться достаточно долго. То есть это будут карамельки, это будет печенье и это будут рулеты. Сахар в хозяйстве всегда пригодится. Почему бы и нет? Немаловажный аспект – взять еще и макароны. Макароны всегда хорошо. Мы набрали вафель, мы набрали печенье, мы набрали шоколада, гречки, сахара, макарон. Мы взяли целый ящик масла, и у нас еще даже остались денежки, чтобы сделать маленький сюрприз и купить маленький сок для тех, кто нуждается. Всего вместе мы потратили около 3000 рублей вот на эту огромную тележку со всевозможными припасами. И знаете, всего 3000 рублей, которые для нас, для целого коллектива, это достаточно мелочь, помогут 5-6, может быть, даже 10 людям в Новый год ощутить, что такое настоящее чудо. Закончив с покупками и разобрав пакеты на студии, мы поняли, что сможем собрать как минимум 7 новогодних продуктовых наборов. Это очень хороший результат. А с вашей помощью мы сможем сделать еще больше добра в уходящем году. Как и прежде, мы ждем всех желающих помочь в офисе канала 16 по будням с 9 утра.